Este бар приходил раз в Чайковский Олимпийский остров. Брэмс не написал ни одной оперы, однако он работал практически во всех других жанрах. Создавая камерную музыку, композитор находился в состоянии творческого вдохновения и пробовал себя в разных направлениях. Он был обрушивая на слушателя лавину обливающих его драматических переживаний. Он стремился найти более свежие источники своего выражения. Но музыка открывается целомудренной, чистой, жаждущие души. Все то, что воплотилось в эмоциональный строй,